Они знают, что такое честь, совесть и отчизна. Служба в милиции со времен окончания войны имела особый смысл для страны. Эти люди охраняли порядок и жизни граждан. Ветеранов межмуниципального управления МВД России Щелковская пришли поздравить с праздником и пожелать своим примером продолжать славные традиции службы. Большое спасибо всем ветеранам нашей милиции за то, что сейчас каждый на своем месте, кто-то, перейдя на муниципальную службу, кто-то, занимаясь общественной работой, также проносите вот этот патриотизм в сердца. С праздником вас! Здоровья вам крепкого, семейного благополучия, чтобы вас всегда по жизни окружали хорошие люди. Особо подчеркнули, как важно хранить память об ушедших славных сотрудниках. А для молодого поколения важно, что ветераны активно взаимодействуют с учебными учреждениями, передавая лучшие традиции службы своей стране.